Эта неделя объявлена нерабочей, и, в принципе, студенты не обязаны были подключаться, чтобы сдавать свои работы. Но вдруг кто-то захочет все-таки получить свою положительную оценку, дополнительные баллы. Поэтому я сижу, жду. Может быть, кто-нибудь подключится. Пока никого нету.
Ну, в принципе, дальше ждать, наверное, не имеет смысла. Студенты действительно решили, что нужно отдохнуть. Поэтому за сим я отключаюсь. Я написал список в виде заметок к собранию, кто в очереди стоял. Ну, тогда, значит, переносится на следующий раз. Итак, 8 апреля у нас сдача проектов и выступления. И 9 апреля у нас тест, наверное, тоже удаленный тест. Ну, пожалуй, все на этом. Завершаю собрание.